Пытаюсь до склада найти, чтобы задание это. Склад. Так, давай задание какое выберем тогда. Хладнокровно, блин, который мы так и не сделали. Смотри, этот сантехник мертвый. Вы не можете следить. Дама в беде. Она, блин, придется за ней идти. Что нужно пойти в полицейский участок. Сразу. Чтобы... Он же мертвый. Все еще жива. Этот сантехник Марио. Жозеф, как? Оставить ее. Вы можете пройти туда через канализацию. А как, чё, как она умерла? Ну так... пошла к этим ментам. Мужик, ну ты че? Он все уже? Да, он крякнул. Да не, он еще кое-как дышит. Может, потом его в виде зомби найдем. О, не найдем его в виде зомби, че? Блин, помнишь, как мы это, как-то шли это, к этому? Да он тут такими этими шел. Пошли крутас попробуем. Он. Повторить. Крутас. Сейчас повторим, не бойся. Да, блин, я не боюсь. А что за склад-то там был? Ну там склад, там миссии тоже есть. Миссия, склад. У тебя тоже 300 метров, да? Ну. Это в канале он приведет нас, а я не хочу туда. А так этому. Посмотрим, что там, у нас тут. Хочешь быть индейцем? Алло! Нет. Кузя развернул. Кто это там? Куда он так летает? Супер уважанная палочка вообще. Он выжил. Ооо, там этот идет. Таран? Нет. Супер, помоги мне. Там кого-то бьют, там кого-то бьют, смотри. Да. Точно, они травились. Смотри, смотри, они расстреливают зомбарей. Да. Вон, где я нахожусь. А тут зомбарей бью я. О, как стреляют. Че сделал? Я мачете. На крыше, что ли? Взял мачете. Ну. Вон они! Вон они! Покажи им трусы. Ты ж вон зомбарей. Они говорят, покажите жалкие трусы. Я зомбарей привлек. Да умрите вы. Я вас сейчас ногами запинаю. Да блин. Смотри, у него что-то есть, деньги. Че, подравим этих панков, каканков? А, одного уже потратил. Суперпанк. Блин, я меткий вообще. А нет, попал. Мачете болл утомляющий. Че там такое? Фу, блин. Подбежал, пнул такой. Помощь. Подожди, перезаряемся. Вон меткий парень. Ну-ка, дай-ка я залезу. Раны, ублюдки. Сейчас я его как... Слышь, не стреляй здесь. Ты смотри, куда мог бы выстрелить. Ну не выстрелил уже. Ну аккуратнее. А ну-ка открой. Что это? Посох бог калечащий. Да блин, только взял бунт, обляющий, бог калечащий. Там супер ребята встают. Какие супер ребята? Там только один какой-то тип. Два, три. Нет, ты не туда пошел. Ты зачем туда пошел? Че, черепашку не пришел показать? А, классная штука. Да умри ты. Она только устает от нее быстро, капец. А классная штука, но я устаю от нее быстро. Ну понятно. Хорошо, что тупое оружие. Тупое оружие. Давай-ка сюда. Так. Ну. Они супер заболели. Они заболели уже все. Ой, фу, голова, блин. У меня такой... Фу.
Появляется только лопочка. Ай! Что такое? Ай! Я сам себя поджег случайно. Где он? Облизывается где-то, не? Слышь, а куда мы идем? Где он? Звуки странные. О, развесьте в городе постеры. А, блин. Надо куда-то идти. Если мы сейчас пойдем вот так во вход, то... Там куда-то здание дает, слышишь? Ну давай. Впереди. А кто это? Не знаю. Погоди, если там это скажут, типа, пошли с нами, то это... Незваные гости. О, персональные, да? Где? Действительно. Отбавиться в заброшенный дом, нет? А ты поел? Да, мне нормально сегодня. Ну тогда я поел. Ну, посмотри, сколько у меня здоровья. Я отойду подальше сейчас. У нас примерно так же. Ну, нормально. Ну давай, отправимся. Ай. Пацаны, у вас патроны. Патроны у вас будут на вес золота, так что расходите их с умом. Понял? Ни одно доброе дело. Так. Убейте все нежить. В доме Алисии. Смотри. О, бежит. Я немножко разозлился. Супер парень бежит. Ой, фу. Вот и что хотел. Колючая проволока наконец-то. Угу. О, смотри, там кто-то бежит. И я на него бегу. Я его перебежал. Под лестницей что-то есть? Ты что, череп ищешь? Так, нет. Там пистолет какой-то был же. Нет, вот этот. Деньги. Это какой-то... Так, вроде потрачено. Давай направо, я налево. Нет, тут надо вот сюда. Так, ну чё? Нифига. Все, супер, отравление хотел сделать. Порез. Не получилось супер отравление. Интересно, как он стоит и гублюет. Бля. Опа, опа. Что вы делаете? Проходимся. О, мне холодно надо. Ты дыщ, ты дыщ. Доводился. Вылаживайте много расходов. Ты я что-то сказал. Давай-ка откроем. Кто тут? А вот. Привет. О, господи, неужели? Хочешь клинок взять? И консервы. Тут газовая конфорка включена. Смотри, какой-то... О, вот смотри, смотри, что сделал. Я что-то... Смотри. Ты что, включил газ? Нет, тут, короче, на конфорку, видишь этот значок фиолетовый? Да. На газу... Developers, no craft. Нифига себе. Короче, положил этот череп. А что это такое? Я не знаю, сейчас посмотрю. Не, это Developers, no craft. Типа. 4. Так, сейчас посмотрю, что такое. Я как череп положил на эту, на конфорку, на газу, и сработала эта фигня снова. Армейский нож. Батареи, бриллианты, как всегда. Нет, это уже такое. Батареи, бриллианты, армейский нож, но... Just Mind Blowing Craft by Simon. Короче, какой-то крафт от разработчиков. Ого. Иди вот сюда, собери что-нибудь. Интересно. Баба, Мита, чё? Чё, баба, как дела? Боевое оборудование. Да не нужен мне он, чё ты. Багажник какой-то. Чё, она тут жизнь собралась, что ли? Нормально, чё. Смотри, как всё сделано. Всё. Уютненько так. А только зомбари мешали. Ну. Сильно шумели по ночам, вот дверь скобились. Куда БТ пожрать, так идите нафиг, куда пожрать. Нафиг! Если запасов еды целая тонна, то почему бы и не жить? Закрылся и все. Во, смотри, мод.
Мод стекло. Ну да, я взял. Так, а что он делает? На стекляшку, на палку, что ли. А у нас стекло разве попадалось? Я посмотрю, что он значит. Так, инвентарь. Он зеленый. Вот стекло. А, это набиты всякие. Как известно, все гениально просто берете обычную крепкую палку, подматывают тряпками, приклеить куски битого стекла, поранить такую штуку, и так будет стекать кровь. Главное, будет сложно, сами поранить стекло, будете клеить. Клей довезешь. Ну тогда все будет. А стекло? Я ломал стекло. Ну, как-то не ворно, блин. Че, давай выходим отсюда. Что-то в ванне тут капец крывало, месина. У нее? Ну, ванне. О, смотри, синий череп. Да, забирай. Подожди, сейчас это посмотрю. Черепа. Куда его засунуть? Так, вот звук неприятный. Да я тут пришел просто. Какой ванне? Ты где его в ванне нашел? Вот сюда. Видишь, как крывала фигня. Ну, это череп был. Вот здесь вот на полочке лежал череп. Нет, тут у меня уже нету, видимо. Ну и ладно. Я взял синий, ну. Но это все равно на эти, на ножи, поэтому в чем есть? Армейский нож. Так армейский нож, что в конце игры попадается. Может быть, да. Супер активно. Ладно, пойдем. Сейчас, подожди, я вот это заберу у нее. Че, наверное, хватит, на паузу поставь. Сейчас, подожди. Так я периодически это на паузу ставил. А, немножко отдохнуть. Чих-чих. Синий армейский нож, интересно. Так, и чего дальше будем делать? Че, давай здесь на паузу поставим. И чего, хватит? Да. Истина где-то.